Давайте делать музыку с Minecraft нотный блок. Сначала поместите блок с кнопкой сверху. И поместите в порядке повторите ли редстоун. Поместите 10 редстоун слева. С обоих краев редстоун. Место повторитель нажимали 3 раза и блокировали попеременно. Мы покажем макеты для каждых 4 блоков. Так меняя тип блоков и расставляя знаки. С интервалом в 4 блока в качестве ориентира вам поможет. В случае, если редстоун схема этого видео имеет 3 полосы. Место 10 редстоун также справа. Затем с правого края редстоун. Место повторитель нажимали 3 раза и блокировали попеременно. Если схема этого видео имеет только 2 полосы, пропустите этот шаг. Поместите редстоун справа от каждого блока. И место 3 повторитель без щелчка. Смотрите макеты, заменяйте блоки между повторителями. И место нотный блок щелкнуло несколько раз. Если нет нотный блок между повторителями, вместо этого разместите другой блок. Игра на инструменте зависит от материала блока под нотный блок. И его высота становится выше, когда вы нажимаете. Макеты показывают цветные цифры. Цвет означает тип блока. И число означает высоту звука нотный блок. После размещения нотный блок щелкните по нему столько же раз, сколько и по номеру. Количество типов инструментов зависит от платформы и версии. Если нотный блок выглядит так, есть 5 типов инструментов. Если нотный блок выглядит так, есть 16 типов инструментов. Далее мы покажем, какие блоки означают каждый цвет в макетах. Теперь мы расскажем о 5 типах инструментов. Если фон нотный блок яркий, белый номер означает, что вы должны поместить камень под нотный блок. Кроме белого, желтого означает песок, голубые средства стекло, оранжевое средство дерево и зеленый означает дерн. Теперь мы расскажем о 16 типах инструментов. Помимо 5 типов инструментов. Если фон нотный блок темный, значит белый костный блок. Желтый означает золотой блок. Светло-голубые средства плотный лед. Оранжевое средство шерсть. И зеленый означает глина. Если фон нотный блок имеет круглую форму, белый означает железный блок. Желтый означает сноп сена. Светло-синее средство песок душ. Оранжевое средство тыква. Зеленое средство изумрудный блок. И розовый означает цветокамень. Вы можете запустить музыку, нажав кнопку, которую вы поместили в шаг 1. Далее мы покажем макет схемы. Пожалуйста, сделайте это во время остановки видео. Теперь мы покажем макет с использованием 16 типов инструментов. Теперь мы покажем макет с использованием 5 типов инструментов.
Давайте наслаждаться музыкой по всему миру в различных играх. Вы можете запросить песни, комментируя название игры, название музыки и URL музыки на YouTube. Спасибо за просмотр. Let's enjoy music around the world through our various games. You can request a song by commenting a game name, music title and the YouTube URL of the music. Thank you for watching.